Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня – это туника Беатрисе. Как мы привыкли видеть туники в нашем гардеробе. Они дарят нам комфорт, они дарят нам свободу. Но когда наши современные дизайнеры украшают их кружевом, украшают красивым миксом, мы получаем для себя и праздничную модель. 1799 рублей – эта цена действует только сегодня. Размеры от 46 до 68, и у нас целых 7 расцветок на выбор. Сегодня я не устану повторять, что мой любимый лавандовый и сиреневый оттенки на пике популярности, и меня это радует, как всегда. Если вы также стремитесь покорить многих своих знакомых и друзей творческим цветом, цветом творческих личностей, выбирайте сегодня оттенок лаванды. Ну а Олечка Лукомская выбрала для себя невероятно яркий коралловый цвет. Обратите внимание, что, как сказала Лена, у нас даже кружева подобраны тон в тон туники. Если вы любите оттенки василька, вас порадует не просто однотонный василек, он украшен еще имитацией кружево на рукавах и на передней полочке. Темно-синий цвет, он уже соперничает с черным базовым цветом, но в сочетании с белым кружевом, конечно, мы получаем для себя индивидуальный ансамбль. Если вы любите нюдовые бежевые оттенки, дизайнеры предлагают вам украсить себя, помимо этого, яркими лилиями. Обратите внимание еще и на присутствие леопардового принта. Цвет бирюза, потрясающий, освежающий оттенок, обязательно понравится вам и впишется в ваш образ. Тем более, Леночка, что бирюзовым говорят о том, что это антивозрастной цвет, он подходит дамам, особенно тем, кому за 50. А вот и черный цвет, но здесь он украшен невероятными яркими соцветиями. Обратите внимание, мы видим с вами ту же имитацию цветного кружева. Но давайте подбирать размер. Свет, я уж думаю, с расцветками мы определились. Размеры у нас до 68-го. Это значит, что каждая модница подберет однозначно для себя. Расширенная размерная линейка до 68-го порадует вас. Дорогие женщины, те, кто любят свободные вещи. Я все-таки за то, чтобы весной и летом, в самое жаркое и теплое время года, вы все-таки радовали себя комфортом. Это вискоза. Вискозное полотно невероятно красиво струится. И самое главное, скрывает наши недостатки фигуры. На Светлане Красицкой сдвоенный размер 50-52. Мне нравится, как свет и эффектно сочетает тунику Беатрисия со стильными брюками, которые появятся позднее. Леона. Обратите внимание, Света носит размер 50-й и выбирает для себя тунику размер 50-52. Екатерина Шестеркова предпочитает носить тунику с юбкой. Это юбка Бертрана, юбка прямого кроя. Катя носит размер 54-56 и выбирает тунику точь-точь в тот же размер. Прекрасная посадка и все нюансы фигуры скрыты. Да. Оленька Лукомская выбирает эффектный ансамбль городской модницы. На Оле классические брюки Леона черного цвета, яркая коралловая туника Беатрисия. Оленька тоже выбрала размер 54-56. И стильное пальто, о котором мы сегодня еще поговорим, августа черного цвета, завершает Ольгин ансамбль. Ну, согласись, Свет, что туника все-таки это, конечно, самый комфортный предмет нашего гардероба. Но в нашей тунике собралось все. Это и кружево, и потрясающий микс материалов. Вот расскажи мне, пожалуйста, как стилист, почему используют дизайнеры именно такие приемы? Ну, во-первых, Леночка, мы уже устали от банальных предложений. В основном сегодня особо дизайнеры обычных фирм не заморачиваются насчет дизайна. Здесь бы я хотела сказать, что в нашей тунике Беатрисия собрались не только эффектное вискозное полотно, здесь есть еще и кружево, эффект украшения пайеток. Ну и, конечно же, обратите внимание на вставки. Вставки из цветного полотна, которые называются тканями-компаньонами. Обратите внимание, что принт и украшение на рукавах идеально сочетаются с кружевом и вискозой. Причем вставка, которую вы видите на нашей тунике и на рукавах, выполнена из вискозного масла. Эта ткань шелковистая, легкая, а основа туники – это вискоза. То есть даже здесь мы видим разные материалы. Плюс зона горловины, воротниковая зона и карманы украшены кружевом. Кружевной гипюр, который добавляет статуса в вашу базовую модель. Конечно,
сегодня вы получаете не просто комфортную вещь, но и статусную. Обратите внимание на кружево, это ткань королев. Обратите внимание на потрясающее масло, которое струится по вашему телу. Почувствуйте этот комфорт. Почувствуйте себя по-королевски прекрасно, ведь это спецпредложение дня. И можно сегодня выбрать ее по специальной цене. 1799 рублей. Звонки бесплатные, дозванивайтесь уже сейчас. И обратите внимание, что только сегодня у нас есть скидка 1100 рублей. Завтра туника будет стоить 2899 рублей. Успейте сэкономить и успейте выбрать свою тунику. Я смотрю, что туника прекрасно вписывается абсолютно в любой ансамбль. Однозначно. Но давайте посмотрим сейчас на нашу тунику Беатрисии. Я хочу подойти к нашим моделям и показать, что несмотря на свободный крой, наша туника не прибавляет объема, а наоборот, скрывает те нюансы фигуры, которые женщины обычно хотят скрыть. И сейчас на примере Олечки, нашей Ольги Лукомской, мы с вами посмотрим, насколько туника Беатрисии корректирует фигуру. Давайте начнем с ткани. Она играет очень важную роль не только в посадке изделия, сколько как женщина себя в ней чувствует. Если бы наша ткань была плотной, туника так бы не струилась и не вырисовывала ваши плюсы. Обратите внимание на женственный ансамбль. Туника очень нежно, как водопад, струится по нашему телу. Если у вас есть нюансы в области талии, в области бедер, обратите внимание на драпировку на передней полочке. Мягкая драпировка очень выгодно скрывает нюансы под бюстом, те зоны, которые женщины хотят прикрыть. Длина туники позволяет скрыть широкие бедра, и женщина в такой модели чувствует себя уверенно, защищенно. При этом туника выполнена фасона свободного, а силуэт. Поэтому такая туника не добавит мешковатости. И мне очень нравится, что вточные рукава и легкое кружево облегчают ваш силуэт. Но легкий силуэт и, конечно, стройность, она налицо. Посмотрите, как вы сегодня стройнеете вместе с одной лишь туникой Беатриса. Стройнейте, чувствуйте себя комфортно и при этом не переплачивайте, ведь только сегодня это спецпредложение дня. 1799 рублей, дозванивайтесь, звонки бесплатные с любой точки России. Подарите себе комфорт, подарите себе ощущение уверенности в своей красоте и подарите себе свою стройность вместе с туникой Беатриса. Сегодня у нас Оленька Грядунова будет работать вместе с Олегом Сотниковым. Я знаю, что Оля любит практичные вещи, которые не нужно гладить. Простой уход и не требующий глажки. Туника Беатрисия. Успеете дозвониться прямо сейчас?